Добрый день. Это замечательное растение Бразилия понция. К сожалению, у нас с ним появилась проблема. Стоит она на южном окне, и у него началось обильное опадание листвы. Почему это происходит? Происходит это периодически с декабря, исчезает, я устраняю причину, а причин несколько. Стоит оно в комнате, где очень жаркий и сухой воздух и несвоевременный полив. То ребенок лежал в больнице, и мне некогда было за ним ухаживать. Но вот еще у нас жара в помещении, жарко на улице. И вот такой у нас непредвиденный момент. Видите? Вот очень много желтых листиков. Я периодически их убираю. И еще такая ситуация можно возникнуть, когда добавляете много азотистых удобрений. Вот видите, посмотрите, бедное растение. Оно такое красивое было у меня. Оно было пышное, густое, в стороны раздвигалось. А вот сейчас почему-то сильно-сильно вытянулось вверх. Так что следите за поливом, перелив ему не нужен. Пересыхание долгое тоже вредно. И желательно, чтобы воздух был не сильно-сильно сухой и жаркий. Что ж, всего доброго, пока-пока.